Зоя Баранцевич, русская и советская актриса, звезда немого кино, сценарист и литератор. Зоя Федоровна Баранцевич родилась в 1896 году в Москве. Совсем юная начала выступать в провинциальных и столичных антрепризах. Была ученицей Марджанова. Играла на сцене драматического театра в Ростове-на-Дону. Ее дебют в кино состоялся в 1914 году с ролью Кити в фильме «Анна Каренина». После этого актриса сразу же снискала популярность. Играла главным образом роли молодых девушек, склонных к самопожертвованию и мистическим настроениям. За 14-летнюю кинокарьеру Зоя Баранцевич снялась более чем в 40 картинах у лучших режиссеров своего времени. Кроме игры в кино, Баранцевич выступала и в качестве кинодраматурга, занималась литературным творчеством, писала сценарии, стихи и прозу. Ею создано несколько сценариев под псевдонимом Людмила Случайная, в том числе такие, как «Кто загубил умирающий лебедь», «Ой, если б мог выразить в звуках». Два последних сценария были реализованы Бауэром. Фильмы имели очень большой успех. Была автором пьесы «Красное и черное. История молодого человека 19-го столетия» и незавершенных воспоминаний «Люди и встречи в кино». В 1928 году вынуждена ушла из профессии и служила на технической должности в правлении Всероссийского театрального общества. В 1939 году была актрисой Серпуховского драматического театра. Скончалась в 1953 году и была похоронена на 10-м участке Ваганьковского кладбища.